Внимание! На дороге дети! В районе улицы Убаревича произошла авария с участием маленького пешехода. Школьные каникулы еще не начались, а ДТП с участием маленьких пешеходов случаются все чаще. И винить в произошедшем только водителей едва ли уместно. Нередко немалая доля ответственности за случившееся ложится на хрупкие детские плечи. Именно детская шалость толкнула под колеса автомобиля Toyota Corona Premio одного из трех мальчишек, игравших в непосредственной близости от такой опасной проезжей части. Он выбежал на дорогу, и его сразу же сбила машина. Он не оглянулся. Сильно ударил? Ну да, перевернулся в воздухе аж. Так, еще вопрос. Правда говорят, что вы сюда прыгали? Угу. То есть... Мы пониже прыгнули, а он с высоты прям там прыгнул. Побежали зачем? А? Побежали зачем? Ну, он побежал, а я не успел перейти дорогу, как его сбили уже. То есть перед тобой? Да. Вас было трое? В каком порядке? То есть первый пробежал? Да. Он успел пробежать, второй он побежал, его сбила машина, а я даже еще не успел перебежать дорогу. Детская непосредственность может дорого обойтись всем участникам подобного ДТП. По счастью, именно в этом ребенок пострадал не сильно, ушиб головы да пара ссадин. Но все могло закончиться много печальнее, если бы машина двигалась быстрее. По счастью, опытный водитель предусмотрительно снизил скорость, выезжая из-за закрытого поворота, где в это время прыгали со стены и готовились пересечь проезжую часть юные повесы. Милые и вежливые ребятишки, сами того не желая, едва не стали невольными виновниками серьезных травм своего товарища, такого же доброго и непосредственного. Понятно, что для водителя седана бесследно этот случай не пройдет. Но может заодно станет хорошим уроком для попавших в переплет ребятишек? Уроком не из школьной программы, но точно очень полезным.